На базе среднеобразовательной школы номер 4 состоялся семинар заместителей директоров начальных классов по теме «Методические возможности в раскрытии одаренности ребенка в начальных классах». Программа семинара заключала в себе телемост 14-й школы, открытые интегрированные уроки с учащимися вторых классов. Кульминационной частью мероприятия стали сценические выступления школьников, где были показаны танцевальные и театрализованные выступления. А ну прочь от гнезда, убирайся навсегда. Что ж, сегодня мне на зло, цинцам сильно повезло. Театрализованная часть программы семинара с участием школьников третьих классов была подготовлена совместно с преподавателем театральной студии Дома детского творчества. Показательный сюжет из дагестанской сказки «Храбрый мальчик» был приурочен ко Дню образования Республики Дагестан. По словам руководителя городского объединения учителей и заучей начальных классов Светланы Джавтаевой, подобные семинары проводятся ежемесячно согласно плану управления образованием. На этих семинарах мы обсуждаем текущие вопросы, обсуждаем новые методические приемы, новые методики, которые появляются в работе нашей. Обсуждаем наболевшие вопросы, что нас волнует. Вот такой последовательности у нас проходит семинар. Нам очень всем понравилось. Я лично от себя могу сказать, что я довольна этим семинаром. По завершении всех запланированных мероприятий присутствующие провели анализ проделанной работы учителями начальных классов 4-й школы. По итогам семинара была отмечена организованность и продуктивность урока, умение преподавателя вести грамотно и правильно практическую, индивидуальную и групповую работу с классом, так, чтобы каждый ребенок был вовлечен в процесс обучения. По словам организатора, вся работа направлена на повышение уровня компетентности педагогов, обмена методиками обучения и совершенствование педагогических навыков в различных вопросах образовательного процесса. Зарема Хайбулаева, Самат Гакаев, информационная программа «Пульс».